Очень часто можно услышать какие-то полезные советы. Вот скажите, пожалуйста, у меня дочка подрастает, скоро, понятно, там замуж отдавать надо. Скажите, где найти какого-то хорошего, спортивного, красивого парня? Взрослая женщина пусть сама выбирает. Спасибо. Я помню очень давно в высшей лиге, когда я там был, жюри сидело на первом ряду, а мы почему-то в середине зала. Почему? Ну, если вы считаете, что это середина. Я хочу спросить, вот справедливо так, что в финале по 6 команд, а в высшую лигу попадает всего лишь одна? Почему в финале 6 команд? Хороший вопрос. Почему попадает в высшую лигу всего одна команда? Да я вот Александра Васильевича тоже не понимаю. Ведь он прекрасно знает, одну возьмешь, все равно за второй бежать придется. Я играл в КВН, я сидел в жюри КВН очень долго и видел практически все. Чего я еще не видел? Я очень много лет играю в КВН и видел очень много членов жюри. Но такого, как вы, Юлий Соломонович, я не видел. И не увидишь, брат. И не увидишь.